Ольга Германова работает врачом уже больше 15 лет. За это время она помогла нескольким тысячам пациентов встать на ноги и вернуться к нормальной жизни. Ольга занимается функциональной диагностикой, выявляет у пациентов кардиологические заболевания на ранней стадии. Всегда то, что я принадлежу к медицинской династии, накладывало на меня дополнительную ответственность. И даже во время учебы в университете, если кто-то другой студент мог, например, пропустить занятие или что-то не сделать, то я чувствовала повышенную ответственность, что я не могу это сделать. И, конечно, я старалась учиться и запоминать как можно лучше. Ну и, в общем-то, в работе стараюсь тоже приложить максимум усилий. Ольга – доктор в четвертом поколении. Ее прадед Анатолий Германов создал кафедру госпитальной терапии в Куйбышевском мединституте в 40-х годах. Первым в стране начал серьезно бороться с гипертонией. Он вскрыл механизмы развития болезни и разработал методики ее лечения. Дедушка Ольги, Владимир Германов, заведовал кафедрой и клиникой госпитальной терапии. Его студенты защитили 9 докторских и 42 кандидатских диссертации. Родители Ольги тоже медики. Пациенты, с которыми работает Ольга, о достижениях семьи Германовых ничего не знают. Несмотря на это, они с теплом отзываются о ее человеческих и профессиональных качествах. Я оцениваю, вот, типа, как она меня приняла сюда, и по результату, как общалась со мной, я доволен. Сейчас Ольга Германова продолжает принимать пациентов и параллельно занимается научной деятельностью. За время работы доктор написала более 60 медицинских статей. В 2019 году получила грант на обучение в Европейском сообществе кардиологов. Как только откроются границы, Ольга Германова отправится перенимать опыт зарубежных коллег. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События.